и так далее. То есть сейчас уже неприлично внутри себя говорить, ну да, 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 и так тихо умалчивается. А слушай, что мне неприлично? Вы же в Петербурге на съезде партии говорили, что послушайте, вы можете не заниматься политикой. То есть вы используете партию как инструмент. Я и использую ее как инструмент для дел. Вот со старыми как-то вот все-таки тоже нас не бросайте, молодые, я думаю, не забудете. Нет, просто под одну ребенку получается все. То есть такой, сейчас не тренд быть в Единой России. Ну, лучше помолчи. А я не собираюсь молчать. Вы помнишь известный эффект? Есть люди, которые, кстати говоря, ну, конструктивно критикуют, им надо прислушаться. А есть записные критиканы, которым у них это работа такая. Вот известный эффект, помнишь? Тьфу на вас. Тьфу на вас еще раз.